Всем привет, с вами Криптомига, и сегодня у меня моя вторая часть о проекте GoEureka, и это система нового поколения, закладывающая фундамент будущего гостиничного интернет-бронирования. То есть данный сектор довольно-таки такой просторный для развития, поэтому я уверен, что этот проект вывезет и будет вполне успешным. Мы видим, что тут представлено содержание, которое состоит из общей истории, общих сведений, представительства различных тут моделей получения дохода, веб-сайта, приложения, продажи токенов. Ну, давайте начнем. Давайте я так вот сделаю. Так, она обеспечивает небывалый выгод для отелей и их клиентов, то есть это бескомиссионная платформа бронирования с поддержкой мобильных приложений, возможности создания единой структуры номерных фондов, переоформление бронирования, совместимость премиальных баллов, использование платформы GoEureka для формирования структуры, позволяющей гостиницам сохранить контроль над своими брендами, 170 тысяч доступных гостиниц по всему миру. Так, общие сведения, то есть доходы мировой туриндустрии примерно около 9 миллиардов, и то есть это все растет, 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 и мы видим, что в принципе значит, тенденция к росту есть, и что они, у них очень большие комиссии, видите, 15-25%, то есть для отелей это довольно-таки приличный результат, и по факту эта переплата идет в накрутку цены, и ну, это не очень круто, поэтому я бы вот рекомендовал, конечно, приглядеться именно в данной сфере, вот именно к этому. То есть представляем технического партнера для гостиниц. То есть тут представление, как это все будет действовать, модель получения дохода. То есть это компания Go будет взимать плату за проведение транзакции в размере 5% по всем платежам. Здесь принципы работы, которые осуществляются в три этапа. Клиент оформляет бронирование номера повышенной комфортности по цене 300 за 7 дней до заезда. Алгоритм примерно отслеживает снижение цен. Через 2 дня гостиница предлагает бронирование номеров того же типа по цене 280. Номер автоматически перебронируется по новой цене 280. Клиент информируется о том, что он только что сэкономил на своем бронировании 20 баксов. То есть, как мы видим, вообще очень крутая система, поэтому я люблю путешествовать, и тут прозрачность исполнения, потому что технология блокчейн и интеграция с гостиничными номерами и фондами лояльности позволяют создать такой довольно-таки интересный продукт, который будет хорошо интегрирован в нынешнюю модель поведения и бронирования мест. Все, всем спасибо, с вами был Криптомига, это моя вторая часть, adios!